Пошли бить трэш, говорю. За, давайте, за АФК буду минусовать ЕП вам. За АФК без предупреждения. По 100, по 200, по 300, там, посмотрим. Танков, кажись, нет. Да тут их куча. У вас лаги, что ли? Неважно, каким... Ну все там нормально. Истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Ну сервер подлагивает немного. Самый опасный противник... Плохо. 6200 онлайн. Сервер инфа лучше, что больше. 200 задержка. Ну то, что в сервер инфо, это в меню выборе персонажа. Они, в принципе, на сервер никак не влияют. Не защитит свет. Ничто вас. Я поклялся, что ты умрёшь, но будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силы тьмы, которая прокатилась бы по этому миру. Поднимайте в идеале, но у кого нет боя. Но тебе уже не суждено встать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Поклонский, ты раздал какие-то бафы? Локи. Окей. Киньте Войда, каплю дал. Давайте магить внешний этот кольцо льда, внешний без паладины. Бьем пока мелкий трэш. РДД, отойдите, а трэш сейчас взорвется. Чтобы Зеленгильтер или не видит.
Так, а кто-то Кали ролит? Сланы. Да, ролю. Вуди Аллен, Графит, Нереварин. Да, я не буду ролить, да. Я затапка. А, Графит. Нереварин, тебе надо? Я тебе уступлю, если надо. Мне много что надо, поэтому мне пока не принципиально. Я понял. Я просто на хп буду ролить. Надо знать, что ролить, что нет. Может рыбу ставить в рейде? В идеале, может. Сейчас. Ваш путь закончится. Держи рыбу. Пижон, ты тут? Бахните кашку вместо прота. Подходи. Вот слева рыбка стоит. Накель, давай каски. Поклонские кулаки. Пишите в РК, на кого вы ролите, на какой спек и куда получаете ЕП. Ваня Варенко, спекайся в холле приста. Что, 5 хилов? 4. Поклонский, поставь ауру на сосредоточение. А на Крель ауру на деф. Дайте кашку. Кашет. Протопал, давай каски и этот ауру на деф. Сейчас еще посреди рейда вылетит нахуй со своим трафиком. Че, я в адаптах тоже играл, когда у меня трафик был ограниченный. Тоже без ИК ходил. Не знаю, там Вовка. Ну, РК не знаю как, но Вовка жрет очень мало. Очень что? Очень мало трафика жрет. А, ну да, мне послышалось много. Ну я же тоже на трафике, 5 гигов в месяц. Так, ну ладно, все готовы. Макрос на пол. Во время вихря стоим все в звезде. Рейд. Никто бахнет все еще. Давайте рост. Давайте играем в шипы. На 5 шипы. Рейд, не разбегайтесь во время вихря, будем стоять в одной точке в центре.
Танки разбегаются в разные стороны. Стойте возле звезды. Играем в шипы все. Давайте, сыграли в шипы. Они вади, давай гимн на хп. Божественный гимн. Отбежали от ребра. Играйте все в шипы. Кокосина, давай гимн от хила. Шип играем, кружочек сзади рейда. Последние шипы играем. Так, кому осколки? Сульгавину. Ну, танк, давай спекайся в танка. РДД пояс. Бля, подожди, подожди, графита. Не вижу ролл, вот он. Графит выше. Не то. Да, я понял, что не то. Сейчас отменю ГП. Да не, мне это не надо. Ну, поклонски сливай каплю с пула на леди, чтоб ты не умер в контроле. Ну стойте под мордой мобов, они кливают. Вы будете умирать так. Бафаем вара опять. Графит, кинь СС на матрёху, Удиалина, Нереварина. Так, два лема на леди, во время контроля кидаем жабку. Кресты Фири, маги кидаем овцу, друиды вихрь. Я знаю, что 45 секунд КД. По КД просто кидайте и все. Дайте столик маги. Спой гимн на ману просто. Ставь рыбу.
Да, я ставлюсь, ну, сейчас. Вон справа стоит. Да все, дали, спасибо. Все, погнали. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Появляется трэш, сразу сливаем. Давайте трэш вышел. Да, забыл сказать. ВБДК слева, протопал справа. Первый на полного воида, второй на мутанта. Не рвайтесь с пула. Черепок убейте. Застанил череп. Сейчас будет контроль. Одна секунда, смотрим. Контролим людей. Давайте квадрат. Луна, это два хила, диспелим следи. Ходы, если будут. Вот лагает? Да. Когда у нас сервер этот загнется? Фирс диспелить. Да, сейчас диспелим. Давайте переключаемся в трэш. Быстрее в трэш. После трэша контроль будет. Надо будет законтролить людей. Кресты, друиды, шаманы. Диспелим, контролем. Расконтролили людей. Ауе, не бьем по своим игрокам. Бейте пока леди. Все, стопайте по леди, ждем следующий трэш. Отойдите от леди, не бейте леди. Все, сыграли в трэш. Во время трэша будет опять контроль, готовимся контролить. Void Knight ловит босса на второй фазе, первую. Сейчас будет контроль. Расконтролили людей. Квадрат, луна, луну, вихрь. Не ауешен. Пошла фаза. Сыграли в трэш. Сначала в трэш, потом босса. Следите за духами, которые выходят во время боя. Так, сейчас будет контроль и духи появятся. Духи появились. Веди босса от духов. Служи. В другую часть комнаты веди, там будет трэш. Сейчас будет контроль. Готовимся контролить людей. Сливаем капли. Расконтролили людей. Луну в контроль. Жабку, там вихрь, что-нибудь. Сейчас выйдет трэш. Нужно будет слить трэш. Сыграли все в трэш. Вивальди, спой гимн на ману. Отведи босса от лужи. Появятся духи. Забафайте шамана. Шаман упал. Так, вышли духи. Отбежали от духов. Сейчас будет контроль. Готовимся контролить людей. Расконтролили людей. Луну контролим. Луну и трусы. Отведи босса от духов. Лока контрольки. Все, прошел контроль, слава богу. Пошли бить трэш. Отошли от духов и бьем трэш. Давайте заново напуливайте на воида. Мутант опять стаков, опять вышли духи, отбежали от духов. Опять контроль, готовимся к контролю. Диспелим с леди Хоты. Два хила в контроле. Кого за контроль теперь не прошел? Сова юзнула звездопад по рейду, молодец. Да я до этого. Так, веди босса от духов.
Не бейте трэш, добивайте, люди. Помогите поднять павших людей. На все воля господина. Да. Ваша смерть неизбежна. Я пока не могу использовать эту способность. Ботинки на мейн, на милика надо кому-то? На танки на оф. Кольцо на мейн, на танка кому-то надо? На оф. Ну все, здесь не надо холиприз, можешь спрыгаться в шипы, Ваня, варенька. Благодарю духов, что они послали нам вас. Смиритель небес, караулите. Быстрее на борт молота Орги. Если вы поспешите, то еще сможете его Можно бафы по шаманам? Каску можно на реку. Эй, как дела? Чё, рыбку дать? Давай. Запустил босса. Бафните заново рейд. Пару человек попало. А, да, улетело, пора. Что, лагает? Да. Видите? Что это там вдалеке? О, я пушку перегрел почти. Перелетайте на тот корабль, биомага. Да, чё там, протопол танчит хоть? Это люди погибают у нас.
Там просто трафик экономит. Давайте заново мага бьем. Последний маг, по идее. Понимаю, почему я вылетел с пушки-то. Душейники, огонь! Пехота, сержанты, корабль под обстрелом! Разряжайте пушки. Давайте мага бьем. Лень, надо тебе. Запускать? Да, запускай. Сейчас рыбу поставлю. Вон, справа. Колено на РДД с меткостью. Наруч на ДК на ретрика. Я здесь, чтобы забрать его тело. Так этот амулет на мейн идет локу или на оф? Потому что два разных спека. Крест шаману бахните еще. Матреха, спекайся в сову. Пойдем в Ахила. Не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или... Как бомжей с пула не вызывайте, то лаги будут. Сервер упадет. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, что я могущественно... Мутант, наверное, сейчас думает. Я как сервер уронит, блядь. С волей обломает, сука. Во имя короля меча. Трэш, надо сыграть в трэш. Земля
Так, надо в трэш сыграть. Звездочка застанена. Сыграйте в звезду, пусть вырастет. Вивальди, пой гимн Абхил на Криэле, если ты в РК, давай Сакру. Последний трэш надо слить. Кокосина, давай гимн Абхил. Я не знаю, как два шамана не упали с метками, там просто ну, тупо хп остановилось. Ты пидор, я сейчас знаешь как? Сука, урод. Меч кому-то надо. Как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Завоеватель. Интересно, насколько у меня пайер повысится. Открыт портал. Бери, бери, Олег, на хапала хороший токен. Чё ты? Не, на кине или отдам. Идемте на лан-отель. Может, Калео упадет. Так, стоять. Вон звездочку лови, Войд. Вы в центр хотите забежать? Уже в центр. Ну и так уже в центре. Мутант неплохо дал воды там. Давайте быстрее слил. Давайте быстрее сливаем, потому что идет вторая войка. Маги, давайте кольцо льда. Все, слили вальку. Вторая. Отводи вальку, звездочку, отводи кольцо льда, даем по трэшу. Не бейте только звездочку. Все, не види дальше. Диспельте с массой. Хилки диспельте. Все отлично. Я пока не могу прочитать это заклинание. Не-не-не, не туда идешь, идем на кровавый портал, этот портал. Сава, дай мне 500 голды, если пойдешь на чумку. Давай, давай. Ребята, никого не смущает? Вот, вот это. То, что не крит 17, а крит 22. Конечно, смущают баги. Не знаю, как это делать. Нет. Ощуга, блин, ну ты бы такой, блин. У тебя скрыт. Если она не. Если река. Ну, у меня не так вообще-то. А чё у тебя как?
Ну, у меня 52 крит, 47 не крит. Так, пошли по контролям людей. Обычно шкада объединяет теневую часть. Ребята, у меня деловое предложение. Давайте отряд красиво приведу и не будем заморачивать престол. Если не смогу, килл РП, согласна. Ну, блин, это круто. Давай, если не сможешь, сиськи в контакте. Ладно, иди. Так, только пройдите вниз, пустите, пожалуйста, не хильте совсем никаких ход, ничего. Все, отошел. Давайте бьем тактика тогда. Кочевой, у тебя что, рекомонд не разделяет теневую и основную часть, что ли? Как видишь. Ну, это значит, проблема в твоем рекаунте. Я находил как-то раз такой рекаунт, но потом, короче, что-то пошло не так, и все. Он у меня перестал работать, я оставил этот старый. Можешь его скинуть? Так и чтоб персы потом не пропали. Ну, удали же не пропали. Да, надо у Форти попросить, у него ссылка должна быть, он выкладывал. Там и расколы видно, короче, ну, недамажащие спелы тоже показывает. Еще мне кажется, он жрет дофига. Да нет. Ну, мне хватает. Делайте что-то умное. Ну, поконтрольте тактиков, можно остальные трэш заливать. Там тактика надо убить, он кружок. Блин, если бы лагов не было, я бы даже, может, 17, почти 18 дал. Кольцо льда, маги, давайте быстренько. Не знаю. Забыл сказать, чтоб спекнулась хила. Кто знает сервер под названием WoW Buy? WoW Buy WoW? Да. Да. Там справа рыба. Дайте фул баф по локу. Вроде все. Далее. Пошли.
дистанцию сразу набираем 8 метров друг от друга. Три хила, осторожно, смотрим за тактикой. Наши силы едины! Наксанар был досадным недоразумением. Сила света позволит Маланару свершить обещание. Давайте рост. Так, вихрь, разбежались. Стойте, не двигайтесь, сидите, пока захилят. Да, ну Трюха, подымай пижона. А чё он ставит? Запад закончился. Бой упал. Почему люди падают? Подымайте воида быстрее. А Трюха, подымай воида. Дайте бафы по БДК, бейте талдрама, не бейте сферки. Это пижона поднимайте. Максимальная дистанция. Да, пижона поднимай. А мне как-то сфера далеко. Воид. Власть льда прожми. Так она на мне. Там она крепится. Графита поднимать? Да, поднимай графита. Просто бейте взрывом разума, один ретриком. В бою сейчас. Так вот упала. Это тайна, покрытая мраком. Не прожал ни звездного стрельба. Ну а тебе теперь... Свечку не поставил. Незыблемость, сука, целка вообще не жму. Ударение. Особенно на совете, да? Ну просто годит. Дайте бафы по БДК, по... Локу по сове. Лидан достаточно не убил. Так и Лидан это манекен на самом деле. Чуть посложнее, чем Лич. Джерин, ты же знаешь. Давайте бейте Волонара, дистанцию опять набираем, бейте сферы. Сейчас будет вихрь. Много умрут людей, если не отбегите, не отбежите. Вот вихрь, разбежались, дистанция. Сейчас поразите людей. Ну там спекнись, танка, помоги трэш потанчить здесь. РД кольцо на ШП лука. Я пока не могу прочитать это заклинание. Плащ на танк. Если никому не надо, то... No. На ОВ. На Криэль. На мейн, да? Маги, поставьте стол, а? Трех мобов привезти или контролить будем? Три танка, не надо ничего контролить, погнали так. Можете там тактика поконтролить одного-двух, этого хватит. Давайте, кольцо льда, гнев небес, бьем тактика. Купер игнорит тактику. Я бил тактику. Если ты не заметил, он мне убил вампирский раш от какого-то хера. Хоть так там, там ударил. Контроль, когда у нас три танка. Да, Дима? Не, ну я бил тактика. Там просто три тактика.
А, где-то джон, наверное, четвертый был, и хилать идеи. Поднимайте людей, у кого нет боя. Там трэш, короче, на этом перед киллем. Вертушки крутят, вот это пиздец. Не били киля, я просто забил и не смотрел в банк. Тут кто-то вообще танчит, трэш или нет? Три танка. Да они, блядь, станы дают. Три танка, 15 трупов, хорош. Там станов меньше, чем три танка. Так два танка будет, 20 трупов, блядь. Радуйся, блядь. Контроля ноль, блядь. Тактика не бьют. Ну, давайте, вставайте. Встали. Давайте, бафы опять. Сейчас приду. Я не хочу врываться, блядь. Ты там врываешь? Не, у нас сейчас 4 танка было, 2 протопала, 2 БДК. Ну погнали, давайте, пуляйте дальше. Да, врывайтесь, а если что, агрос рвут, я там притяну кого-то. О, мозгачал зашел. Хорош. Дайте по друиду вместо кулака кастом. Там рыба слева. И кулак. Рыба слева у тотема. Тут нам еще целка везет, блядь. Тут трэш вообще легкий. Слушайте. Это плохо, когда человек обманывает. Смотря в чем. От ситуации зависит. Это всегда плохо. Че он говорит? Короче, чувак взял с ГБ, с нашего, каждый день брал по 3 пака символов и ставил их на аукцион, просто продавал. А сейчас у него спросил, зачем тебе столько символов, дружище? А он пишет, ХЗ, наверное, случайно взял. Пару на персов лоу брал. Хорош. Как? Это Мозгачев. Хефеста зашел. Варенька, ты тут? Ладно. А смысл вот этих символов, которые лежат там и которые никто взять не может? Их все могут брать. Их все могут брать абсолютно. Ну, ладно, давайте на позиции. Пуляйте танки. Дело не в символах, а в том, что человек говорит. Эти символы стоят 25 голд. Но дело не в 25 голдах, а то, что этот человек говорит такой. Но он даже не утрудился из другого персонажа выкладывать этих данных. Да, я посмотрел, кто их продает, продал мозгачам. Вот, вот такое меня печалит на самом деле. Такое отношение. Ну, идеально, убегай с меткой.
мощный эффект, но дамага в два раза больше, чем у меня. Я оттуда слышал. Все сейчас подвисли? Да. Матрёха, на матрёху антифир дайте. Череп. Отойдите от лужи, разлила в мини-зоне этот лужи. Почему Эрдру там вообще был? Не знаю, может это тролль. Вивальди, давай, щиток на себя. Кокосина, щиток на себя, гимн на отхил. Прожму мастер аур. Давайте, рост. Матрёха, Юрий, Шурупец, бегите быстрее. Из недотема бегай с меткой. Шурупец, метка. Вообще-то хилу профитно стоять в мелизоне, он стрелы не ловит. Блин, просто зависло у всех, и у меня тоже. Глубины не выкидываются. Да нет, я всегда стою в мелизоне за любого хила. Это гон стоять на ренже и ловить еще стрелы эти сам. Куда сейчас идем? Давайте на синдром. А как же хп? А то, типа, может и ваншотнуть случайно, банить это. Припустим, типа, у тебя идет дамаг, и тут стрелатка прилетает, все, ваншот. Смысл? Если кто-то рядом стоит еще с прессом. Ну вот, это типа, это то, что да. Стоишь в мид-зоне, ничего не ловишь, себе спокойно хилишь. Знаю, кто это придумал на ренжа хилы, это го. Если нас взлетит, понимаешь, не если кто-то в жопу понесет лужу, ты до него не достанешь из мелизоны. Ой, хилки тянется. Ну, обычно, так, если все я будет... знаю, вдруг, когда я обходываю метку, которая выносит, что даже с центра ты не достанешь, если он там понесет ко входу. Не, с центра ты достанешь, там с центра ты полностью все достаешь. Ты же чуть ближе к боссу стоишь, ты не в самом центре стоишь. Не знаю, фига стою ближе к центру, чтобы всех доставать. Давайте, РДД, звездочку, миленький кружок. Ты пучину забрал эту? Тебе она надо? Ну я что, она у меня в рюкзак. А, я не видел. Сейчас одну. Так, РДД, звездочку, миленький кружок, точечно. Отойдите от звезды, миленький. Маринка, давай гимн отхил. Давайте, кольцо, да, нефть небес тут не прокатит.
настроение? Как настроение? Так, РДД, давайте сыграем в звезду. О, я попробую кружок вытянуть. Ну-ка. Ничего страшного. Мили, бейте кружок. Че там за дот навешал? Кровопускание. А, варом. Тень он дыкашка. Куцин это? Йон. Че за пиздец? Ну, блядь. Звездочку играйте. Олег, можешь там заметить, кого-то с Индюзит надо отойти? На сколько? Ну, до конца РСК. Четвого срока. Я потом подойду и сушу. А, тут дачки у моих. Понятно. Ты че это отчалил-то? Диспельте, бабу. Нет! Простите. После вас это изучаем. Справа. Так, кокосин на ДЦ есть? Пижон в эту спекнулся. Не надо, оставайся в хиле, надо крит. Сове оставаться? Да, оставайся в сове, лизни такой. А, ну... А, я уже забыл, тогда оставай в пижон, тогда в эрдру, все правильно. Раз, два, три, меня слышно? Так у нас и Олен есть. Слышно. Слышно? King of Pain, я релогнул бук сейчас. Хорошо, без меня пока бейте, мне что мышь отказала. Так, Кокосина, давай в ДЦ. Кокосина и Пижон на рейде. Стил, Лизни, Тотем, Юрид, Гекада, Матрёха. На боссе. А джинс есть у кого? Джимса ни у кого нет? Не, нет, извини. Мама Бо. Пираты печатают, пиздец. Триста символов в минуту. Всем привет. Вон слева стоит Джипс. А прога есть, которая замеряет вот эту хуйню? Есть. Скиньте ссылку, потом посмотрю. Так.
Так, Анакриэль готов, все готовы, пошли. Хорош, хорош танки. Поднимать? Да. Давайте бафом Юрида. Шаман опять надо забафать. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Я пока не могу прочитать это заклинание. Косты старайтесь сбивать волберному зомби. Погнали по порталам. Нету. Нет. Сейчас зайду. Подавление, не убейте. Давайте по порталам. Огненный слева, далеко сверху. Так, на следующий, на следующих порталах рост дадим. Может сейчас? Ну давай сейчас. Ладно, давайте сейчас попробуем захилить. Вальди, выбирай таргет Вальку. Давай гимн на ХП. Да, что я смотрю, уже захилили. Как Осина, выбирай Вальку в таргет и гимн на ХП. Подавление, это целитель. Слева, слева, кто там еще у нас приступ? Больше нету никого, ладно. Мне же обратно спекаться. Да, все, кто был в хилах, спекайтесь обратно в ДД, надо будет трэш сливать.
Добьете трэш, Олег, сомонете потом. Так. Мы еще не начинали. Нет, идти надо, две минуты пока. Покурю, скажу. Что лучше купить? Ну, в таком случае ставьте фрейбук. Можете меня суммануть? Конечно. Слушай, Олег, поставь фрейбук, пожалуйста. Так, давайте, в идеале на эти бобки, ну. По-клонски кинешь боб на кружочек. А пижон лучше дать, я там вряд ли все равно. Танки погнали. Погнали собирать трэш. Я понял. Танки вы тут? Упал уже немножко. Ну, протопал есть. Пошли с протопалом убьем. Давайте, не забудьте кольцо льда и гнев небес. Сейчас, давайте.
Вот это правильно. Быстрее убьем. Меньше смертей будет. Кинь уколы, Торгарин. Сейчас. Добили там? Да. Да. За ковыдика. Плохо. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра унесут ваши души! Кокосина, давай КВТЦ. Олег, прочитал личку? Не. Кто пишет? Не пишу. Там кто-то запустил босс. Мутант. Ну отойдите. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унизил. Падайте. Распарасим людей. Начнем. Вставайте, хилы, я вас прессил. Помогите прессить других людей.